преддверии 85-й годовщины со дня образования УРУД ГАИ ГИБДД сотрудники госавтоинспекции посетили воспитанников детского сада номер 82. Гости познакомили малышей с профессией госавтоинспектора и предложили им самостоятельно организовать безопасное движение на игровой площадке. Ребята изучили жесты регулировщика, значение дорожных знаков, разобрались, как правильно переходить в проезжую часть. Особый восторг у детей вызвал патрульный автомобиль, оснащенный светосигнальным оборудованием и сиреной.